с вами Инспектор Гаджет. Наконец-то наступил этот день. День рождения. Сегодня будет очень весело, и куча подарков нас ждет. Голос! Вот что ты приготовил для Инспектора Гаджет? Да я ничего сегодня не приготовил. Почему? Диарея замучила. Да? Таблетки все-таки подействовали. В общем, голос, за твое ханжинское отношение к делу получай звездочку ниндзя. Если подарки не идут к нам, мы найдем подарки сами. Привет, вы видите меня? Отправляемся на поиски подарков. Так, с чего бы начать? О, с того парня, да? Тёма, скажи, что ты подаришь Инспектору Гаджета. Ой, Гаджет, я тебе сегодня подарю такой подарок. Вот замечательную видеокамеру Sony и замечательный телесуфлёр. Чё-то мало, да? А ещё? Наверное, всё. Хватит. Вот эти операторы немногословные, но то, что они делают, это самый лучший подарок. В общем, отправляемся на поиски чего-то более материального. Итак, врубаем свет. Привет! И отправляемся. Прием, друзья, прием. Первая остановка, где мы наверняка получим кучу подарков. Так, нашей первой жертвой будет... Константин! Константин, ты знаешь, что сегодня у Инспектора Гаджета день рождения? Правда? Да, ну что ты нам подаришь, Костя, скажи. С днем рождения. Спасибо, давай. Друзья, так как мой любимый гаджет, я эту гитару Les Paul, лежит у меня сейчас дома, я вам расскажу... Понтуется, чувак! Лежит дома. Я вам расскажу о замечательной такой вещичке, как iPhone 3G. Мне он нравится по трем причинам. Во-первых, он не бьется. Во-вторых, в нем есть 3G, который, кстати, в Москве не работает. Ну и в-третьих, на нем можно закачать абсолютно бесплатно кучу приложений. Ну что, Костя, а теперь самое главное. Мы тебя не отпустим. Не выключай эту штуковину. Костя, мы тебя не отпустим без песни. Без песни Happy Birthday to you, Happy Birthday, Инспектор Гаджет. Давай, поехали. Happy Birthday, Инспектор Гаджет. Happy birthday to you! Спасибо большое, аплодисменты Константину! Все зрители Games TV аплодируют. Кончили аплодировать. Не переключились? Ну и правильно, это же интернет, как здесь можно переключиться. Идем к следующему поздравителю, кто бы вы думали. Саша Глагол! Саша, привет! Привет! У нас сегодня день рождения. Поздравляю. Спасибо. Ну, что ты нам подаришь? Ну, у меня тоже есть айфон, как у Кости, но я его уже не подарю. Зачем вам два айфона? Потому что мой любимый гаджет, так, скорее просто талисман, это не гаджет, он согревал меня зимними ночами, он утешал меня, когда мне было грустно, он вдохновлял меня, когда было пусто в голове, Максим. Он для меня все. Я боюсь, господи, мне еще никогда не дарили Медведева. Это точно гаджет? Да. Вот, теперь у нас в студии, вернее, у вас в студии, но у нас мы делим иногда. Бывает, да. У нас будет свой личный президент. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, dear Gadget. Заткнитесь-то! Счастливо. Напевшись вдоволь, а не напившись, мы отправляемся дальше. Кто же будет следующим? Кто нам подарит машину? Оставайтесь с нами. Мы продолжаем поиск подарков. Если вы не знаете, что нам подарить, подарите деньги. Мы перемещаемся к следующему столику. Кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Джиха, Джиха, дорогой мой внутренний голосок. Расскажи, что ты нам подаришь? Что, какой презент все-таки от тебя сегодня придет в наше пользование? Я знаю, ты много хорошего от меня ждешь, но я тебе подарю не цветы, а нож.
Мама, что за нож? Где он только не был, да? В кого он только не входил? Что должно в детстве у человека происходить, что ему на скольколетие? На 15-летие? Нет, мне было 18. 18-летие дарят нож. Ты в каком районе жил? Я жил в Сибири, это было жестко. Ну, расскажи про нож. Его главное достоинство, вот знаете, в жизни, кроме там личных предметов гигиены и унитаза, да, сугубо индивидуальная вещь, есть еще такая штука, я уже понял, как открывалка всего, то есть каждый какой привык, то и он и пользуется. И вот здесь есть самая удобная открывалка, которую я когда-либо встречал, вот такая, ей никто, кроме меня, не умеет пользоваться. Что она открывает вообще? Консервные банки обычные, просто, но всех, кого бы я не учил, я так и не могу научить, как правильно ей пользоваться. Они ломают, курочные банки, загибают их как попало, а я легко. Как по маслу. Если бы мы были где-нибудь на поле чудес, я бы сказал: о боже, банку в студию! И мы бы посмотрели, как Джиха умело открыл этим ножом банку. Но, к сожалению, мы не на поле чудес. И, к счастью, кстати, господи, мы же не на поле чудес. Джиха, давай пой песню. Ой-ой-ой. Песню? Не надо петь свой репертуар. Нужно петь просто Happy Birthday. Ты что? Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear gadget. Ой. Что с прической у тебя? А с прической у меня много гелия. В общем, спасибо тебе большое. Я ждал этот знак от него. Мы идем дальше. Кто же будет следующей нашей жертвой? Значит так, в копилке мы уже имеем много всего прекрасного, очень нужного. Но нам не хватает самого главного. Что же это? Узнаете очень скоро. Не переключайтесь. Друзья мои, пишите нам письма, но только не электронные. Пишите письма на бумаге, но не на обычной бумаге, а на купюрах. Эти подарки для нас так важны. Итак, мы пришли к еще одному парню, который вам знаком наверняка. Кто это? Привет! Это прапор. Ну, слушай, давай, рассказывай. Ты ведь самый такой гаджетоман. По всей видимости, что ты нам задаришь? Ну, я вообще-то хотел вам подарить много всего хорошего. Вот, например, ноутбук. Ноутбук Asus. Я поставил на него Windows 7 и очень недоволен. Или вот фотоаппарат Sony. Как удобно. Открыли крышечку и включился. Какой так необычно. Открыли крышечку и включился. Боже мой. Давай проведем небольшой эксперимент. Сними нас, пожалуйста, на свой фотоаппарат. Внимание! О! Что у меня с лицом, господи? Наверное, он такой всегда. Ну, да. Ты здесь довольный. Вот, но самое главное, гаджет, я хочу тебе пожелать здоровья. А здоровья не простого, а здоровья из нашего специального крана. Обрати внимание, видишь, у нас тут есть мана и здоровье. Я тебе хочу налить здоровья. Ой, спасибо. Видишь, оно еще дымится. Здоровье теплое. Твое здоровье, конечно. Ну, за здоровье грех не выпить. Прапор, подержи камеру. Так. Games TV. Продолжаем обзаводиться подарками. Нас ждет второй этаж. Знаете, кто это? Это самый главный гаджетомен. Привет, Олег. Хай. Ты что делаешь? Починяю. Примус починяю. Неужели телефоны можно плоскогубцами и отвертками? Нет, нельзя. Ни в коем случае. Ну, вот скажи, вот что можно подарить инспектору гаджету на день рождения? Инспектору гаджету HTC Touch Pro 2. Значит, треть обзоров, которые вы видите, писались ровно вот на этой вот машинке, вот на этой клавиатуре. Клавиши потерты, если присмотреться, это можно увидеть. Знаменитый Xperia, собственно, из этой же серии. Ну, расскажи нам, а сколько стоит эта штука? Давайте не будем о грустном, это неприличный вопрос. Так, хорошо, ну а что ты нам в итоге подаришь-то? HTC Touch Pro 2. Так, может, песенку для инспектора гаджета? Легко. Ну-ка. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, dear gadget, happy birthday to you. Спасибо большое, Олег Лебедев. А мы уходим, вы оставайтесь с нами. Пошли.
кто это сзади меня? Правильно, подпольный монтажер Глеб. И, между прочим, у него сегодня так же, как у инспектора гаджета, день рождения. Так что поздравьте его, быстро! Ему понравилось. В общем, Глеб, он такой человек, который монтирует прям все, что движется. Глеб, слушай, ну что бы ты подарил инспектору гаджету на день рождения? Я бы подарил инспектору гаджету вот этот замечательный телефон Nokia N70. Че такой старый? Старый да удалый. Хорошая пластмасса, хорошая сборка, качественный аппарат. Что у тебя там есть? Что у меня здесь есть? У меня здесь есть ничего особенного, но зато все, что есть, все работает хорошо. Лишнего, ничего лишнего. В общем, давай, пой песню. Happy birthday, dear gadget, happy birthday to you. Аплодисменты, аплодисменты. Ну так, вы, значит, не выключайте Games TV, мы идем дальше. Подарков еще много нужно собрать. Кстати, еще пока ни одного не собрали. В общем, движемся. Пока я поднимался с одного этажа на другой, мне задарили крылья. Вон они там, сзади. И плетку. Сейчас я могу говорить между ангелом и бесом. Идем получать подарки. Привет, друзья, мы пришли за еще одной порцией подарков. И кто здесь, кто здесь, кто здесь сидит? Смотрим, смотрим на этого человека. Это Дмитрий Поканович. Это главная пися на Games TV. Так что он наверняка подарит нам что-нибудь очень важное. Дима, привет. Привет. Скажи, что ты бы подарил инспектору гаджета на день рождения? Ну, сломанный телефон, потому что он мне уже не нужен. И PSP. И PSP? Это самый отличнейший и лучший гаджет. А чем твоя PSP отличается от других PSP? А твоя отличается тем, что это Slim. А сейчас ты обязан, я подчеркиваю, обязан спеть для инспектора гаджета поздравительную песню. Happy birthday, инспектор! Happy birthday, инспектор гаджет! Happy birthday to you! Класс! И даже несмотря на то, что наша программа подходит к концу, и мы не получили, по сути, ни единого подарка, Семен плачет. Но тем не менее, конечно же, лучший подарок – это ваша любовь. Так что помните, с вами был инспектор Гаджет. Я докопаюсь до правды и... Чмокнитесь!